Motorsport Motorsport. Здравствуйте, уважаемые любители мотоспорта! Телекомпания «Студия-1» приглашает вас на «Спидвей» – один из решающих матчей командного чемпионата России 2000 года. Встречаются сильнейшие клубы страны последних пяти лет – «Мегалада» – город Тольятти и «Лукойл» – город Октябрьский. Сегодняшний их поединок проходит в Тольятти на стадионе «Строитель». Стадион переполнен до отказа, и не мудрено, ведь именно сегодня вполне возможно предопределится судьба золотых медалей в нынешнем первенстве России. До этого момента события в командном чемпионате России развивались, достаточно однообразно. Команды «Лукойл» и «Мегалада» планомерно набирали очки, разделываясь с соперниками. В общем-то, с достаточной легкостью. Пока оба коллектива провели по 5 гонок и набрали по 10 очков. Но, как говорится, сколь веревочка не веся, а все равно чемпиона определять придется. И вот сегодня мы с вами будем свидетелями первого акта этого потрясающего спидвейного шоу. Команда «Лукойл» представлена сегодня в следующем составе. Стартовый номер 1. Мастер спорта международного класса Михаил Старостин. Стартовый номер 2. Мастер спорта Ренат Гафуров, юниор команды. Стартовый номер 3. Мастер спорта Талгат Галеев. Стартовый номер 4. Мастер спорта Эдуард Шайхулин. Стартовый номер 5. Мастер спорта международного класса Ренат Марданшин. Стартовый номер 6. Мастер спорта Денис Сайфутдинов, юниор команды. Стартовый номер 7. Мастер спорта Константин Корнев, запасной юниор команды. И стартовый номер 8. Польский гонщик, один из сильнейших гонщиков континентальной зоны, Себастьян Уламек. Сегодня Себастьян будет защищать цвета команды «Лукойл». Соперники нашей команды, хозяева трека, хозяева сегодняшних соревнований, команда «Мегалада», город Тольятти. Стартовый номер 9, мастер спорта Роман Поважный. Стартовый номер 10, спортсмен первого разряда Роман Иванов, юниор команды. Стартовый номер 11, мастер спорта Сергей Кузин. Стартовый номер 12. Мастер спорта Сергей Ерошин. Стартовый номер 13. Мастер спорта международного класса Сергей Даркин.
Стартовый номер 14, юниор команды, кандидат в мастера спорта Дмитрий Егоров. Стартовый номер 15, кандидат в мастера спорта, запасной юниор команды Илья Бондаренко. И запасной гонщик команды «Мегалада», мастер спорта международного класса Олег Кургускин. Ну что ж, как видите, гонщики тольяттинской «Мегалады» в приподнятом настроении. Наши гонщики скорее все-таки в волевом настрое находятся сейчас, судя по церемонии представления. И возвращаясь к положению в турнирной таблице в чемпионат России на данный момент. «Лукойл» и «Мегалада» имеют по 10 очков. Обе команды провели по 5 матчей. Команда «Спидвей Локомотив» – 2 гонки, 0 очков. И команды «Салават» и «Восток» провели по 4 матча и пока также 0 очков. Вот такое вот значительное преимущество у «Лукойла» и «Мегалады», несмотря на то, что прошло уже в чемпионате 10 матчей, ровно половина из тех, что запланировано. Всего должно произойти 20 матчей. Редчайший случай. Две команды практически полсезона выигрывают матчи чемпионата. Роман Поважный стартует и в британской лиге. Накат в этом сезоне у Романа Поважного просто огромный. Итак, команда «Лукойл» в первом заезде гонки будет представлена следующими спортсменами. По первой дорожке в желтом нашлемнике Михаил Старостин. И по третьей дорожке в белом нашлемнике Ренат Гафуров. Это наши гонщики. Именно за них мы сейчас будем переживать. По второй дорожке в красном нашлемнике Роман Поважный. И по четвертой в синем Роман Иванов. Это гонщики команды «Мегалада». Со старта первым уходит Ренат Гафуров. Вслед за ним Роман Поважный. На долю секунды Роман Поважный выходит на первую позицию, но все-таки вперед выходит Ренат Гафуров. 17-летний юниор «Лукойла» лидирует в заезде. Но, к сожалению, на выходе из второго поворота на первом круге Ренат совершил ошибку. Совершил ошибку и, к сожалению, лидирует сейчас уже Роман Поважный. На второй позиции Михаил Старостин. Ренат пока третий. И замыкает квартет гонщиков на дистанции Роман Иванов. Ну что ж, даже если так закончится заезд, то это уже будет неплохой результат. По крайней мере, судя по тому, как подготовлена дорожка, это не самый лучший вариант для октябрьских гонщиков. Довольно-таки основательно промочено полотно трека. И не случайно Ренат Гафуров, вырвавшийся было вперед, все-таки совершил ошибку на выходе из второго поворота на первом круге и вынужден был уступить Роману Поважному. Итак, Роман Поважный выходит на финишную прямую и зарабатывает для «Мегалады» 3 очка. Вторым финиширует Михаил Старостин, 2 очка, 1 очко получает Ренат Гафуров и 0 очков Роман Иванов. 3-3 в заезде. И, между прочим, ровно год назад, если вы помните, матч между «Мегаладой» и «Лукойлом» здесь, в Тольятти, завершился в ничью. Так вот, в том сенсационном матче первый заезд также был в ничью завершен. 3-3. И тогда Михаил Старостин завоевал 2 очка, а Ренат Гафуров 1 очко. Но переходим ко второму заезду уже сегодняшней гонки. Итак, команда «Лукойл» здесь представлена по первой дорожке. В желтом нашлемнике Талгат Галеев. И по третьей дорожке в белом нашлемнике Эдуард Шайхулин. И наши соперники по второй дорожке в красном нашлемнике Сергей Кузин. И по четвертой дорожке в синем нашлемнике Олег Кургускин. 4 взрослых спортсмена на старте. И уже в стартовой 30-метровке Олег Кургускин получил небольшое преимущество. Сергей Кузин оттеснил Эдуарда Шайхулина от внутренней бровки. И таким образом лидируют сейчас в заезде гонщики «Мегалады». Довольно опасное начало заезда для гонщиков «Лукойла». Эдуард Шайхулин пока на третьей позиции. И Талгат Галеев только четвертый. Олег Кургускин на ваших экранах уверенно лидирует, приближаясь к победе в этом заезде. А тем временем Эдуард Шайхулин атакует Сергея Кузина. Вплотную за тольяттинским гонщиком. Эдуард продвигается по дистанции. Но половина дистанции позади, а Эдуард пока только третий. Сергей Кузин, гонщик достаточно опытный, двукратный чемпион России в личном зачете. Но самое главное сейчас, это гонщик тольяттинской «Мегалады».
один из сильнейших гонщиков России. И на последний круг Сергей Кузин уходит, даже несколько упрочив свое положение по отношению к Эдуарду Шайхуллину. Олег Кургускин на ваших экранах, Сергей Кузин. И в последний поворот тольяттинцы все-таки вкатываются на первых позициях. Эдуард Шайхуллин попытался развить скорость по большому радиусу, но, к сожалению, падение. Падение на последнем повороте. А тем временем тольяттинцы финишировали. Олег Кургускин получает 3 очка, поздравляет Сергея Кузина. Сергей Кузин зарабатывает 2 очка. 1 очко получает Талгат Галеев. А Эдуард Шайхуллин упал на том же самом месте, где год назад, ровно год назад, в том самом историческом матче, в 14-м заезде, Эдуард Шайхуллин, к сожалению, был вынужден сойти с дистанции на последнем круге. И именно из-за того схода, к сожалению, «Лукойл» не сумел выиграть тот матч. Но, тем не менее, ничья в прошлом сезоне устроила октябрьцев. Ну а сегодня самое главное, чтобы у Эдуарда все обошлось без серьезных последствий. Довольно сильно он ударился об ограждение трека, и понадобилась все-таки помощь врачей. Ну что ж, сейчас Эдуарду будет оказана первая медицинская помощь, и мы узнаем, сможет ли Эдуард продолжить сегодня соревнование. И тем не менее, счет в матче 8-4. 8-4, кстати, как и в прошлом году после 2 заездов. Мегалада вела в счете 8-4. В 3-м заезде за команду «Лукойл» будут стартовать по 2-й дорожке в желтом нашлемнике Ренат Марданшин, он на ваших экранах, и его напарник по команде «Лукойл». В белом нашлемнике по 4-й дорожке Денис Сайфудинов, юниор команды. Команда «Мегалада» здесь представлена следующими спортсменами. По 1-й дорожке в красном нашлемнике Сергей Даркин. И по 3-й дорожке в синем нашлемнике Дмитрий Егоров. Егоров и Сайфудинов – это юниоры команд. Итак, последнее приготовление к старту. И все внимание на трек. Денис Сайфудинов падает уже в стартовом коридоре, а Сергей Даркин завладел преимуществом. Итак, Сергей Даркин лидирует. На 2-й позиции Ренат Марданшин, он на ваших экранах 3-й. На дистанции Дмитрий Егоров. А Денис Сайфудинов продолжил после падения на стартовом коридоре. Все-таки продолжил продвигаться в заезде, но сейчас он только 4-й. И отставание его от Дмитрия Егорова достаточно велико. Впрочем, и Ренат Марданшин, посмотрите, Ренат Марданшин тоже пока не может приблизиться к Сергею Даркину. Итак, тольяттинцы все-таки имеют преимущество в этом заезде, нужно констатировать факт. С 94 года тольяттинская «Мегалада» здесь, в Тольятти. Именно с этого момента командный чемпионат России разыгрывается по двухкруговой системе, то есть каждая команда встречается с любой из команд-соперниц по 2 раза, в том числе одну гонку на своем треке проводит. Так вот, «Мегалада» провела 31 матч здесь, в Тольятти, на стадионе «Строитель», и в 30 одержала победы. Причем в абсолютном большинстве из этих побед счет был зафиксирован просто за явным преимуществом в пользу «Мегалады». И только однажды, ровно год назад, в матче «Мегалада» «Лукойл» был зафиксирован ничейный результат. В том героическом матче «Лукойл» показал просто великолепный результат. Но сегодняшнее начало пока не вселяет таких надежд. Итак, Сергей Даркин 3 очка, Ренат Марданшин 2 очка, Дмитрий Егоров 1 очко и Денис Сайфудинов 0 очков. 12-6 после первой серии заездов в пользу «Мегалады». В 4-м заезде за «Лукойл» будет стартовать Себастьян Уламик по 4-й дорожке в желтом нашлемнике. Его напарник по команде «Лукойл» в белом нашлемнике, юниор команды.
по второй дорожке Константин Корнев. И наши соперники. По первой дорожке в синем нашлемнике Илья Бондаренко, также юниор команды «Мегалада». И по третьей дорожке в красном нашлемнике Сергей Кузин. Себастьян Уламик и Сергей Кузин. Итак, кто же будет лидером в заезде? Себастьян Уламик вдоль ограждения трека все-таки продирается на первую позицию в заезде. Сергей Кузин вынужден отступить перед Себастьяном Уламиком. Кузин сейчас второй на дистанции. Третий Константин Корнев и только четвертый Илья Бондаренко. Вот это уже совсем другое дело. Итак, небольшое преимущество на стороне Лукойла в этом заезде. Но важно удержать это преимущество, ведь впереди половина дистанции, и ох, как трудно будет нашим спортсменам удержать это зыбкое преимущество. Правда, Себастьян Уламик уже несколько упрощил свое положение перед Сергеем Кузином. Посмотрите, Кузину даже не удается приблизиться к Себастьяну Уламику. А что же Константин Корнев? Нет, Константин Корнев пока только третий, и, пожалуй, шансов на улучшение своей позиции, на приближение к Сергею Кузину у Константина уже нет. Но думаем, что все-таки Илья Бондаренко-то будет позади Константина Корнева на финише. Итак, Себастьян Уламик 3 очка. 2 очка зарабатывает Сергей Кузин. 1 очко Константин Корнев и 0 очков Илья Бондаренко. 4-2 в пользу Лукойла. Завершился четвертый заезд. И разрыв в матче сокращается до 4 очков. 14-10 в пользу Лукойла. В пятом заезде Ренат Марданшин и Ренат Гафуров. Ренат Марданшин будет стартовать по третьей дорожке в желтом нашлемнике, а Ренат Гафуров по первой дорожке в белом нашлемнике. Это наши спортсмены и гонщики команды «Мегалада». По второй дорожке в красном нашлемнике Сергей Даркин и по четвертой дорожке в синем нашлемнике Роман Иванов. После четвертого заезда Лукойл проигрывал всего лишь 2 очка. Сегодня разрыв в счете 4 очка. Итак, Ренат Марданшин и Сергей Даркин ведут борьбу за первое место в заезде, а тем временем Роман Иванов опередил Рената Гафурова. И уже по накату Роман Иванов сравнялся с Ренатом Марданшиным. И в конце первого круга Роман Иванов выходит на вторую позицию. Вот это уже совершенно неожиданно. Все-таки Роман Иванов, молодой спортсмен «Мегалады», опередил Рената Марданшина. Итак, теперь вся надежда на Рената Марданшина. Ренат предпринимает отчаянную попытку атаку на позицию Романа Иванова. И уже к началу третьего круга Ренат выходит все-таки на второе место в заезде. Но впереди Сергей Даркин. Сумеет ли Ренат также приблизиться к Сергею Даркину, как к Роману Иванову? Думаю, что здесь будет сложнее. И тем более, что пока только четвертый на дистанции Ренат Гафуров. У него остается только последний круг на то, чтобы все-таки улучшить свою позицию. Ренат Гафуров и Роман Иванов чуть впереди него. Сергей Даркин тем временем вкатывается в последний поворот. Без проблем преодолевает его и финиширует первым. На второй позиции финишировал Ренат Марданшин. На третьем все-таки обогнав на последних метрах дистанции своего соперника Романа Иванова. Третьим финиширует Ренат Гафуров. Итак, 3-3 в заезде. Все-таки 3-3. Ничейный результат. И разрыв в счете сохраняется. 4 очка. Но пока впереди команда «Мегалада». 17-13. В шестом заезде мы увидим следующих спортсменов. По первой дорожке в белом нашлемнике Эдуард Шайхулин. И по третьей дорожке в желтом нашлемнике Михаил Старостин. И соперники Лукойла. По второй дорожке в синем нашлемнике Сергей Ерошин. И по четвертой в красном нашлемнике Роман Поважный. И вновь четверка взрослых спортсменов на старте. Роман Поважный угадал старт. Но посмотрите, Роман Поважный уже сейчас он даже четвертый. Лидирует на дистанции Михаил Старостин. Сергей Ерошин ведет отчаянную борьбу с Эдуардом Шайхулиным. Оттеснив Эдуарда от внутренней бровки, все-таки Ерошин продирается на второе место. Но Эдуард удерживает за собой третью позицию. Четвертый Роман Поважный. А тем временем Михаил Старостин уходит в отрыв от своих преследователей. Да, к сожалению, все-таки Роман Поважный сумел опередить Эдуарда Шайхулина. Но впереди на первой позиции лидирует ветеран российского спидвея, легендарный Михаил Старостин, он на ваших экранах. И, конечно же, сейчас все надежды на успешное завершение именно в этом заезде связаны именно с Михаилом Старостиным. Ведь Эдуард Шайхулин
пока отстал. Отстал и от Поважного, и от Ерошина. Конечно же, наверное, все-таки сказывается падение Эдуарда Шайхуллина во втором заезде. Но, тем не менее, все-таки Михаил Старостин. И все-таки Михаил Старостин. Михаил Старостин получает 3 очка. Самых добрых слов Михаил Старостин заслуживает в свой адрес. В очередной раз Михаил Старостин выручил «Лукойл». Итак, 3 очка Михаил Старостин, 2 очка Сергей Ерошин, 1 очко Роман Поважный и 0 очков Эдуард Шайхуллин. 3-3 в заезде и 20-16 в пользу «Мегалады» в матче. Итак, на старте участники 7-го заезда, юниоры команд. Итак, за команду «Лукойл» здесь стартуют Денис Айфудинов по первой дорожке в белом нашлемнике и Константин Корнев по третьей дорожке в желтом нашлемнике, по второй в синем Дмитрий Егоров и по четвертой в красном Илья Бондаренко. Константин Корнев получает небольшое преимущество в стартовом коридоре и легко удерживает его уже на первом повороте. На второй позиции Илья Бондаренко, третий Дмитрий Егоров и только четвертый Денис Айфудинов. Но Денис не сдается. Сейчас Денис пытается атаковать Дмитрия Егорова по большому радиусу. Пока более опытный тольяттинский юниор сохраняет за собой третью позицию, но Константин Корнев лидирует. Константин Корнев лидирует, как и год назад. Константин Корнев в этом заезде юниорском одержал победу. Денис Айфудинов тогда финишировал третьим, а Илья Бондаренко вторым. Итак, Денис Айфудинов опередил Дмитрия Егорова, вышел на третью позицию. И таким образом вновь преимущество в юниорском заезде получают наши спортсмены. Константин Корнев, Илья Бондаренко и Денис Айфудинов третий. На последний круг именно в этой последовательности гонщики уходят с небольшим преимуществом в пользу «Лукойла». Итак, последние метры дистанции. Последние метры дистанции. И, по всей видимости, Константин Корнев все-таки будет победителем. Да, Константин Корнев получает 3 очка. Илья Бондаренко 2 очка. Денис Айфудинов 1 очко. И Дмитрий Егоров 0 очков. 4-2 в пользу «Лукойла» завершился юниорский заезд. И разрыв в матче сокращается до минимума. 22-20 в пользу команды «Мегалада». На старте уже участники 8-го заезда. В порядке занятых дорожек. По первой дорожке в красном нашлемнике Олег Кургускин, «Мегалада». По второй дорожке в желтом нашлемнике Михаил Старостин, «Лукойл». По третьей дорожке в синем нашлемнике Сергей Ерошин, «Мегалада». И по четвертой дорожке в белом нашлемнике Ренат Гафуров. Первые три дорожки – это взрослые спортсмены. И лишь по четвертой дорожке юниор «Лукойла» Ренат Гафуров. Олег Кургускин первым вкатывается в поворот. А тем временем Ренат Гафуров, вновь продемонстрировав неплохой старт, все-таки борется с Олегом Кургускиным, но пропускает тольяттинца вперед. И тем не менее опережает Сергея Ерошина. Итак, Михаил Старостин и Ренат Гафуров пока сохраняют за собой вторую и третью позицию в заезде. Сергей Ерошин пока только четвертый. Но сумеет ли наш юниор устоять перед натиском этого опытного тольяттинского гонщика? Сергей Ерошин перебирается с малого радиуса на большой, но отстает от Рената Гафурова. Половина дистанции позади. Михаил Старостин устремляется в погоню за Олегом Кургускиным. Но думаю, что здесь будет очень тяжело. Очень тяжело в борьбе с Олегом Кургускиным. А Ренат Гафуров по-прежнему третий. Где же Сергей Ерошин? Сергей Ерошин не может даже приблизиться к Ренату Гафурову. И на последний круг, гонщики уходят в той же последовательности. Олег Кургускин первый, он на ваших экранах. Далее на второй позиции Михаил Старостин, третий Ренат Гафуров и лишь четвертый Сергей Ерошин. Последний шанс для Сергея Ерошина. И тольяттинский гонщик не сумел воспользоваться этим шансом. Итак, 3-3 в заезде. Олег Кургускин получает 3 очка. 2 очка Михаил Старостин, 1 очко Ренат Гафуров и 0 очков Сергей Ерошин. Ну что ж, вот вам и первая сенсация
Ринат Гафуров совершенно неожиданно отобрал очко у Сергея Ерошина. 3-3 в заезде и 25-23 в пользу «Мегалады». Сейчас вновь на старте Себастьян Уламик по четвертой дорожке в белом нашлемнике. Его напарником по «Лукойлу» будет по второй дорожке в желтом нашлемнике Талгат Галеев. По первой дорожке в красном нашлемнике Роман Поважный. И по третьей дорожке в синем нашлемнике Роман Иванов. В порядке занятых дорожек Роман Поважный, Талгат Галеев, Роман Иванов и Себастьян Уламик. Вторая и четвертая дорожка — гонщики команды «Лукойл». И тем не менее, Себастьян Уламик и Талгат Галеев ославили гонку. Роман Иванов третий, а Роман Поважный вынужден был остановиться уже в стартовом коридоре. У него что-то случилось с мотоциклом. И только с небольшим опозданием он смог продолжить борьбу на дистанции. Но это отставание слишком велико. И теперь он не соперник Себастьяну Уламику и Талгату Галееву. Ну а Роман Иванов вряд ли сумеет, проиграв старт, вряд ли сумеет опередить Себастьяна Уламика. Он лидирует на дистанции и Талгата Галеева. Талгат Галеев второй на дистанции. И посмотрите, какое большое преимущество у наших спортсменов уже по окончании второго круга. Ну что ж, единственное, что может сейчас помочь тольяттинцам, так это сход либо падение наших спортсменов. Но будем надеяться, что этого не произойдет. Себастьян Уламик контрольно оглядывается, проверяет ситуацию на треке. Все в порядке, Себастьян. Итак, Себастьян Уламик в последний поворот вкатывается первым. Талгат Галеев на второй позиции. Роман Иванов третий. И Роман Поважный, далеко отстав от соперников, сейчас приближается к финишу только четвертым. Итак, Себастьян Уламик получает 3 очка в этом заезде. Талгат Галеев 2 очка. 1 очко Роман Иванов и 0 очков Роман Поважный. 5-1 в заезде и 28-26 теперь уже в пользу «Лукойла» в матче. Опять-таки, возвращаясь к матчу годичной давности, именно в 9-м заезде команда «Лукойл» вышла вперед в том матче впервые. 28-26, как и год назад, после 3-й серии заездов. В 10-м заезде за команду «Лукойл» будут стартовать по третьей дорожке в красном нашлемнике Ренат Марданшин. Он на ваших экранах. Его напарник Денис Сайфутдинов примет старт по первой дорожке в белом нашлемнике. И соперники из тольяттинской «Мегалады» по второй дорожке в синем нашлемнике Илья Бондаренко и по четвертой дорожке в красном нашлемнике Олег Кургускин. В общем-то, нужно сразу, наверное, здесь пояснить, что и Олег Кургускин, и Илья Бондаренко стартуют всего лишь вторую гонку после полученных ими травм в начале этого сезона. То же самое, кстати, можно сказать и о наших спортсменах. И Ренат Марданшин, и Денис Сайфутдинов выступают сегодня с травмами. И тем не менее, Ренат Марданшин довольно успешно стартовал, но все-таки проиграл Олегу Кургускину. Ренат сейчас на второй позиции, Кургускин первый. А что же сзади? Все-таки Денис Сайфутдинов или Илья Бондаренко? И все-таки Денис Сайфутдинов выходит на третью позицию. Илья Бондаренко только четвертый. Олег Кургускин лидирует. И Ренат Марданшин пытается по малому радиусу приблизиться к тольяттинскому лидеру. Пока из этого ничего не выходит. Однако утешением служит сейчас то, что Денис Сайфутдинов сумел оторваться от Ильи Бондаренко. И на третий круг гонщики уходят без каких-либо изменений. Ренат Марданшин пока является самым результативным в команде «Лукойл». После 5 проведенных в чемпионате матчей Ренат набрал 55 основных очков плюс 3 бонуса в 23 заездах. Эдуард Шайхулин на второй позиции по набранным очкам за команду «Лукойл». Третий – Талгат Галеев, четвертый – Михаил Старостин. Сейчас вы видели, Ренат Марданшин предпринял очередную опасную атаку на позицию Олега Кургускина. Но и это не помогло. И последний поворот. Гонщики проходят без каких-либо изменений. Олег Кургускин получает 3 очка в этом заезде. Ренат Марданшин 2 очка. 1 очко
Денис Сайфутдинов и 0 очков Илья Бондаренко. 3-3 в заезде. И 31-29 в пользу «Лукойла». По-прежнему в матче. По-прежнему лидируют наши спортсмены. Олег Кургускин совершает круг почета перед тольяттинскими болельщиками. Денис Сайфутдинов на ваших экранах, который сумел таки, проиграв старт, все-таки сумел опередить Илью Бондаренко. На четвертой позиции по набранным очкам в команде «Лукойл» Константин Корнев, который, кстати, и в этом заезде будет стартовать на пару с Себастьяном Уламиком. Константин Корнев будет стартовать по первой дорожке в белом нашлемнике, Себастьян Уламик по третьей дорожке в желтом нашлемнике. Наши соперники по второй дорожке в красном нашлемнике — Сергей Даркин, и по четвертой дорожке в синем нашлемнике — Дмитрий Егоров. Завершая рассказ о результативности в составе «Лукойла», Ренат Гафуров набрал 21 основное очко плюс 6 бонусов в 18 заездах. Денис Сайфутдинов также 21 основное и 7 бонусов в 15 заездах. Флюр Калимулин 21 основное плюс 4 бонуса в 10 заездах. И Себастьян Уламик в Даугавпилсе пока провел только один матч, 13 основных плюс 1 бонус в 5 заездах. Но уже сегодня Себастьян сумел отличиться. Итак, все внимание на старт. Себастьян Уламик и Сергей Даркин в борьбе за первую позицию. И Константин Корнев тем временем получил небольшое преимущество перед своим оппонентом из Тольятти Дмитрием Егоровым. А Себастьян Уламик завладел преимуществом перед Сергеем Даркиным. Уламик первый, Сергей Даркин второй. Но сейчас Даркин пытается по малому радиусу поравняться с Сергеем Даркиным. Из этого ничего не получается. И Уламик выходит на второй круг с небольшим преимуществом. А Константин Корнев пока третий, Дмитрий Егоров четвертый. Даркин уже перемещается на большой радиус, но и здесь не получается у Сергея Даркина развить достаточную скорость, чтобы опередить Себастьяна Уламика. Себастьян Уламик в отличном стиле лидирует в этом заезде. Сергей Даркин, кстати, является самым результативным в составе «Мегалады». Пока у Сергея Даркина 63 очка в 23 заездах. На четвертый круг Сергей Даркин уходит вплотную за Себастьяном Уламиком. Остаются последние 200 метров. Итак, Себастьян Уламик и Сергей Даркин. С уверенностью можно сказать, что победителем 11-го заезда становится Себастьян Уламик. Итак, гонщик «Лукойла» зарабатывает в этом заезде 3 очка. Сергей Даркин 2 очка. Но какая это была дуэль, на каких скоростях гонщики преодолели 4 круга. Великолепные оценки заслуживают оба спортсмена. И тем не менее, Себастьян Уламик был сильнее. Себастьян Уламик 3 очка, Сергей Даркин 2 очка, Константин Корнев 1 очко и Дмитрий Егоров 0 очков. И вновь в пользу «Лукойла» завершился 11-й заезд со счетом 4-2. Сумеют ли наши спортсмены удержать это преимущество? Достаточно сказать, что в прошлом сезоне «Лукойловцы» также вели в счете за 2 заезда. До окончания встречи наши спортсмены вели в счете со счетом 41-37. Но, к сожалению, в итоге тот матч завершился в ничью. Как это будет сегодня? Итак, на старте участники 12-го заезда. По первой дорожке в синем нашлемнике вновь Олег Кургускин, который сегодня пока идет без поражения. 3 выигранных заезда. По третьей дорожке в красном нашлемнике не менее титулованный спортсмен Роман Поважный. Это гонщики команды «Мегалада». И гонщики команды «Лукойл». 2 Рената. Ренат Гафуров по второй дорожке в белом нашлемнике. И Ренат Марданшин по четвертой дорожке в желтом нашлемнике. Сегодня, кстати, Ренат Марданшин пока не выиграл ни одного заезда. И, может быть, сейчас он сумеет опередить именитых соперников Олега Кургускина и Романа Поважного. А может быть, Ренат Гафуров сумеет преподнести очередной сюрприз. Но посмотрим. Посмотрим, как будет на дистанции. Итак, все внимание на старт. Четверка гонщиков. 12-й заезд. Кургускин, Гафуров, Поважный, Марданшин. Олег Кургускин и Роман Поважный с небольшим преимуществом вкатываются в первый поворот. Роман Поважный выходит на первую позицию. Олег Кургускин второй. Ренат Марданшин пытается по большому радиусу поравняться с Олегом Кургускиным. Но пока из этого ничего не выходит. Роман Поважный, Олег Кургускин, третий Ренат Марданшин и лишь четвертый Ренат Гафуров. Ренат Марданшин атакует Олега Кургускина, и, к сожалению, все заканчивается падением гонщика «Лукойла». Ну что ж, тольяттинцы довольно уверенно начали гонку в этом заезде и вынудили Рената Марданшина рисковать.
И, к сожалению, Ренат не сумел опередить Олега Кургускина, но, тем не менее, достоин он похвалы. Все-таки старался Ренат, старался исправить ситуацию в лучшую сторону. К сожалению, может быть, не так удачно. Падение. И теперь Ренат не допускается к повторному старту в этом заезде. И мы увидим только троих спортсменов. И, конечно же, преимущество теперь будет на стороне тольяттинцев. Двое взрослых спортсменов, опытные гонщики. Гонщики, за плечами которых уже огромное количество стартов в зарубежных профессиональных лигах. Причем довольно успешных стартов в сильнейших лигах планеты. Итак, Ренат Гафуров, юниор Лукойла. Сейчас Ренат будет стартовать по второй дорожке в белом нашлемнике против двух грандов тольяттинского спидвея. Его соперники по первой дорожке в синем нашлемнике Олег Кургускин и по третьей дорожке в красном нашлемнике Роман Поважный. Но что очень важно, перед этим заездом Олег Кургускин пожаловался на боль. Дело в том, что травма ноги так и не дает Олегу покоя. И сейчас посмотрим, может быть, получится у Рената преподнести еще один сюрприз. На старте, к сожалению, пока ничего хорошего сказать нельзя. Первый на дистанции Роман Поважный, он на ваших экранах. Второй Олег Кургускин и третий Ренат Гафуров. Причем у Рената пока не получается приблизиться к тольяттинским спортсменам. Итак, в команде «Мега Лада» после Сергея Даркина по результативности идет Сергей Кузин. 59 основных плюс 2 бонуса в 23 заездах. Сергей Ерошин также 23 заезда, но 55 основных и 4 бонуса. Далее идут Роман Поважный, всего лишь в 9 заездах, 22 основных плюс 3 бонуса. Владимир Дубинин 14 плюс 7 в 13. И Олег Кургускин 12 очков в 4 заездах. Это была гонка с командой «Салават». Всего несколько дней назад Олег Кургускин провел первую гонку после травмы. И сейчас Ренат Гафуров на последний круг уходит вплотную за Олегом Кургускиным. Может быть, все-таки у Рената получится преподнести еще один неприятный для тольяттинцев сюрприз. Итак, последний поворот, последняя атака. Роман Поважный, видимо, уже без сомнений победитель. Олег Кургускин все-таки финиширует вторым. Ренат Гафуров третий. И, к сожалению, 5-1 в заезде в пользу гонщиков «Мега Лады». Ну а счет в матче становится ничейным. 36-36 и всего 3 заезда до окончания встречи. Заезда до окончания. Ничья 36-36. В 13-м заезде жребий свел следующих спортсменов. По второй дорожке в желтом нашлемнике Михаил Старостин. И по четвертой дорожке в белом нашлемнике Себастьян Уламик. Это пара гонщиков команды «Лукойл» и соперники наших спортсменов. По первой дорожке в синем нашлемнике юниор команды «Мега Лада» Роман Иванов. И по третьей дорожке в красном нашлемнике лидер «Мегалады» Сергей Даркин. Себастьян Уламик и Сергей Даркин ведут борьбу за первое место. Даркин все-таки уступает Уламику. Тем временем Михаил Старостин опережает Сергея Даркина. Браво, Михаил Старостин. Уламик первый на второй позиции. Михаил Старостин и справа от него чуть сзади Сергей Даркин. Даркин пытается наверстать упущенное на выходе из первого поворота, но не тут-то было. Михаил Старостин закрепился таки на второй позиции. Себастьян Уламик первый, Михаил Старостин второй, третий только Сергей Даркин. И четвертый на дистанции Роман Иванов. Себастьян Уламик оглядывается. В очередной раз Себастьян Уламик проверяет ситуацию на треке. Но, к сожалению, падает юниор команды «Мега Лада» Роман Иванов. Вот в такой ситуации, когда, казалось бы, уже лукойловцы везли явных 5 очков к финишу, падает на дистанции Роман Иванов. И тогда назначается перезаезд, что и происходит сейчас. Итак, без Романа Иванова в порядке занятых дорожек. Сергей Даркин, Михаил Старостин и Себастьян Уламик.
И вновь Себастьян Уламик первый, на второй позиции Михаил Старостин, его атакует Сергей Даркин, неудачно Сергей Даркин атакует Михаила Старостина и падает уже на первом повороте. Ну что ж, второе падение подряд тольяттинских спортсменов. Все было в пределах правил. Михаил Старостин двигался по своей траектории, он имел небольшое преимущество, он шел впереди. И Сергею Даркину осталось только рискнуть, попытаться оттеснить Михаила Старостина. Но все гонщики допускаются к еще одному перезаезду. Уже второй перезаезд в порядке занятых дорожек. Михаил Старостин, желтый нашлемник. Сергей Даркин, красный нашлемник. И Себастьян Уламик, белый нашлемник. Какой заезд, какие спортсмены! И вновь Себастьян Уламик. Айда Себастьян Уламик. Третий раз Себастьян Уламик уже в стартовом коридоре получил преимущество над сильнейшими российскими спортсменами. На второй позиции теперь уже Сергей Даркин и лишь третий Михаил Старостин. С третьей попытки Сергею Даркину удалось вклиниться между спортсменами «Лукойла». Ну что ж, не зря вели такую тайную игру тольяттинские гонщики. С третьей попытки им удалось разъединить пару «Лукойла». Себастьян Уламик выступает просто превосходно сегодня, конечно же. Я хочу вкратце рассказать о том, как Себастьян Уламик стартует в сильнейших лигах планеты и на чемпионатах мира. В польской экстралиге, сильнейшей польской лиге, Себастьян Уламик находится по среднезаездному рейтингу на 7-м месте. Уступает Томашу Голубу, Ли Адамсу, Петру Проташевичу, Райану Салливану, Тони Рикардсону и Роберто Саввини. Остальные спортсмены, в том числе и Марк Лорам, Грег Ханкок, Руне Холта, Джейсон Крамп, Крис Луис, Хенрик Густавсон, Тодд Уилчер и многие другие позади Себастьяна Уламика в шведской элит-лиге. Себастьян Уламик по среднезаездному рейтингу на 9-м месте. Уступает только Тони Рикардсону, Ли Адамсу, Райану Салливану, Петеру Карлсону, Джейсону Крампу, Грегу Ханкоку, Микаэлю Карлсону и Тодду Уилчеру. И не менее звездная компания, чем в Польше, позади него и здесь. В континентальном финале 8 июля в Ланига Себастьян Уламик занял 4-е место. Правда, неудачное начало гонки. Два раза он финишировал третьим, затем 3 выигранных заезда, 11 очков и 4-е место. Набрал 4 основных очка плюс 1 бонус в 3 заездах. Результат неплохой, но это не помогло в финале личного чемпионата Польши. Ну а на старте участники 14-го заезда. Гонку со старта возглавил Сергей Ерошин. На второй позиции Ренат Марданшин. Сейчас Ренат настигает Сергея Ерошина. И по малому радиусу Ренат опережает Сергея Ерошина. Опасный момент. И какое кошмарное падение. Сергей Ерошин и Ренат Марданшин. К сожалению, падение. Падение, которое может повлечь за собой и травмы. Сергей Ерошин, но уже на входе во второй поворот его опередил Ренат Марданшин. А вот далее, в результате этой борьбы, все-таки произошло падение. Сергей Кузин ехал третьим, а на четвертой позиции был Эдуард Шайхулин. И вот сейчас очень хорошо видно, на заднем плане Эдуард Шайхулин падает, а тем временем гонка продолжается. И только после этого, после падения Эдуарда Шайхулина, произошло падение Рената Марданшина и Сергея Ерошина. Да, кошмарное падение. И самое главное, чтобы все обошлось без травм. Все-таки спорт есть спорт. Но судья принимает вот такое решение и не допускает к старту все-таки Рената Марданшина. И теперь Эдуарду Шайхулину придется стартовать против двух тольяттинских гонщиков. Эдуард Шайхулин будет стартовать по третьей дорожке в желтом нашлемнике. Его соперники по второй дорожке в красном нашлемнике Сергей Кузин и по четвертой дорожке в синем нашлемнике Сергей Ерошин. Как это будет сейчас? Сумеет ли Эдуард разъединить пару тольяттинцев? Пока ему удается это сделать, лидирует Сергей Ерошин. Второй Эдуард Шайхулин, третий Сергей Кузин. Эдуард Шайхулин на второй позиции. А результат со счетом 4-2 в этом заезде приведет к ничейному результату перед последним заездом гонки. Но для этого нужно Эдуарду как минимум удержать вторую позицию в заезде. Сергей Ерошин по-прежнему лидирует. Эдуард Шайхулин на второй позиции. Сергей Кузин идет ва-банк по большому радиусу, набирает скорость, но этого недостаточно. Эдуард также поддерживает огромную скорость. На третий круг гонщики уходят в той же последовательности. Преимущество Сергея Ерошина над Эдуардом Шайхулиным, пожалуй, таково же,
как и преимущество Эдуарда Шайхуллина над Сергеем Кузиным. Итак, последний круг. Последний круг. Эдуард Шайхуллин удерживает пока натиск Сергея Кузина. Безошибочно Эдуард преодолевает дистанцию. Последние 200 метров. Если Эдуард удержится на второй позиции, то все решится в последнем заезде. Итак, Сергей Ерошин получает 3 очка в этом заезде. Эдуард Шайхуллин. Молодец, Эдуард Шайхуллин зарабатывает 2 очка. 1 очко Сергей Кузин. И таким образом 4-2 в заезде в пользу команды «Мега Лада». И 42-42 в матче. Ничья перед последним заездом. Итак, все решится в последнем 15-м заезде. 15-й заезд. На старте по первой дорожке в красном нашлемнике за команду «Мега Лада» будет стартовать Сергей Даркин. И по третьей в синем Роман Поважный. И внимание! Гонщики команды «Лукойл» по второй дорожке в желтом нашлемнике Михаил Старостин. И по четвертой в белом Себастьян Уламик. Итак, Себастьян Уламик получает небольшое преимущество уже в стартовом коридоре. За вторую позицию ведут борьбу Сергей Даркин и Михаил Старостин. И более удачлив здесь все-таки Сергей Даркин. Но Михаил Старостин на третьей позиции. Лидирует Себастьян Уламик. На второй позиции Сергей Даркин, третий Михаил Старостин и только четвертый Роман Поважный. В прошлом сезоне последний 15-й заезд выиграл также Себастьян Уламик. Вторым финишировал Сергей Даркин, третий Олег Кургускин и четвертый Михаил Старостин. Но в этот раз гонщики «Лукойла» продвигаются по дистанции более удачно. Итак, на третий круг Себастьян Уламик по-прежнему уходит лидером. На второй позиции Сергей Даркин, и его отставание от Уламика уже достаточно велико. Единственная надежда у тольяттинцев – это Роман Поважный, если он сможет догнать Михаила Старостина. Роман Поважный предпринимает одну попытку за другой, но Себастьян Уламик по-прежнему впереди. Сергей Даркин второй, и в последний поворот уже гонщики вкатываются все в той же последовательности. Себастьян Уламик, Сергей Даркин. И третьим финиширует все-таки Михаил Старостин. Браво! Себастьян Уламик и Михаил Старостин привозят «Лукойлу» 4 очка в этом заезде и обеспечивают победу в матче в этом труднейшем поединке. Итак, 4-2 в заезде и 46-44 в пользу «Лукойла» в матче. Команда «Мега Лада» потерпела первое поражение за всю историю существования своего клуба на своем треке. И посмотрите, Себастьян Уламик, победитель сегодняшних заездов. 15 из 15 возможных. Великолепный результат получает в подарок пластиковые бутылки. Отличный результат показал Михаил Старостин. Юниоры команды проехали хорошо. Может быть, не так великолепно, как хотелось бы, выступили Ренат Марданшин, Эдуард Шайхуллин, Талгат Галеев и Денис Ифудинов. Но все они выступали здесь с небольшими травмами. В команде «Мега Лада» можно выделить, конечно же, Сергея Даркина и Олега Кургускина, травма которому все-таки не позволила принять участие в последнем 15-м заезде. И обратите внимание, команда «Лукойл» в лице Михаила Старостина, легендарного великого Михаила Старостина, как победителя, получает вместо цветов град пластиковых бутылок. Оставим это на совести тольяттинских болельщиков. Ну что ж, мы поздравляем наших гонщиков с великолепной победой!
Мотоспорт.